О, какая красивая маленькая ящерка. Там еще одна. Где? Вон там. Сейчас. Прямо ее в домик посадила? Сейчас попробую достать. Да, она там. Хорошо, что не убегала. Сейчас. Ой, сейчас может сбежать, но я сейчас попробую достать ее вот так прям. Закрывай крышку. Вон она. Во, это покрупнее. Ага. О, какая большая ящерка. Дракончик. Угу. Да, меня дракончик. Это тоже сейчас попробую. Или... Это ты их всех здесь вторые наловила, да? Вот они. Кого я поймала пока что? В траве? Да. Смотри, они кусаются. Эй, нельзя! Бежишь. Бежать хочется. Вот, за нос одна другую укусила за нос. Она съесть вот маленькую ящерицу. Фу! Они друг друга едят, может съесть маленькую. Она думает, что это муха. О, как рот открывает. Ну, не издевайся над ними. Да? Еще больше. Во, какая большая эта ящерица. Ну, прямо в объектив дай так сверху и посмотреть. Вот такую длину посмотрите. О, какая длинная ящерица. Это еще хвост. У нее хвост может вырасти больше самой ящерицы. Да. О, какая длинная. Где бревнышко? Я там ее и маленькую поймала. Не кусай меня. Мне все равно не больно. И маленькую там поймала, и большую, и вот эту. Целая куча ящериц. Давай их выпускать там, будем, сюда, да? Там твоя побольше. Во, бежая на эту сторону. Другая в другую. Оп, под комиссия, ногу тебе спряталась. Да? Еще маленькая у тебя осталась ящерка. Во. Отпусти меня. Сахар. Но там кружка побольше, там не такой сладкий будет. В другое место, а то они могут встретиться. А какое другое место? В траву отпускай тоже. Нет. Они разбегутся куда-нибудь сейчас. Че? На солнышко. Да, на солнышко. Сейчас, вот сюда. Во. Всех ящериц отпустили. Убежала?